Многие недооценивают степень ошибки в творчестве. Но ведь именно ошибки двигают нас вперед. Во-первых, много научных открытий, ну и всяких других, сделаны благодаря случайной ошибке. Но чтобы ошибаться, надо пробовать. В творчестве то же самое. Во-вторых, ошибка раскрывает новые возможности. То, о чем бы ты никогда не подумал, и то, что ты никогда бы не сделал, может воплотиться в виде какой-то случайной ошибки. Ну и наконец, не ошибается тот, кто нихера не делает!